Сильное наводнение в Афганистане, вызванное проливным дождем, унесло жизни порядка 150 человек. Накануне стихия разбушевалась в уезде Камдеш провинции Нуристан, расположенном у границы с Пакистаном. Глава провинциального совета сообщила о почти 150 погибших в результате наводнения. По его словам, деревня, оказавшаяся во власти стихии, была полностью разрушена. По информации МЧС страны, в результате паводка было разрушено не менее 60 жилых домов.